Переносить будет у нас другая организация, но уже чтобы не путать, как говорится, так? Электросила. Электросила. Потом у нас опора у нас на остановке туда, ближе к улице Елены Стасовой. Okay. Одна опора, да? На остановке прям стоит, там Exactly. автобус никак. Да, прям на остановке в кармане. За... Это тоже будет у нас. Где батон. Да, где батон, напротив. И еще у нас где одна опора? Одна это на перекрестке. Здесь. Одна получается Юго-Восток 26, и это то, что Равинский, напротив этого. Да, вот. Ну, две у вас в смете еще, да, кажется? Три. Три в смете, ну, да, есть три. У него, и три переводят то, что не в смете. Хорошо, когда будете вы убирать вот эти? Игорь Петрович, я написал письмо для того, чтобы... Кому понять... письмо? Что Байдену или кому? А? Байдену письмо написал. Ну, да, я написал. Вот мы вот сейчас здесь находимся, без писем. Ну, говорите, ну, что... Ну, мне надо... Я написал просто в письме, мне надо, чтобы они убрали по... или дали пояснение по этому поводу. Кто дал пояснение? Заказчик. Заказчику. Что нужно? А, есть сети, которые висят на этих опорах, они принадлежат третьим лицам. Я не знаю с ними, что делать. Ко мне на прошлом штабе подходили очень много людей. Это собственники ларьков. Ну, там павильона, в том числе созванивался с... Они мне звонили, собственник аптеки, там по стороне 4-го микрорайона. Очень сильно просил, чтобы... По срокам, когда опор нужно? По срокам я второй раз написал по срокам. Я понял, значит, что вас держит? У вас есть контракт, выполняете, убираете опор. В чем дело? Мы когда ордер подписывали, обходили всех связистов. Они все подписали, согласовали. Срезаются. Да? Ну, их, ну, да. Они вопрос, либо срезаем, либо вытаскиваем. Там же только там, организация на себя. Можно я сказать? Да. Человек правильный. Там, кроме этих уличных освещений, еще какие-то провода идут. Вот сейчас пойдем, вы дайте сейчас команду отрезать эти провода. Я сам сниму. Вот это несколько штук. Я прямо сегодня сниму. Вы дайте команду, просто отрежу. Значит, у нас... Прямо сейчас, сегодня сниму. У нас есть, значит, в рамках штабов, которые мы проводили, мы уже, по-моему, тоже 200 раз говорили о том, что нужно, естественно... Через эти штабы будут какие-то кабеля. Определиться. И это не новое, да? То есть, чьи сети? Они должны организации, там, Красэко, там, значит, кабельные линии кому там относятся, чтобы они, соответственно, убрали. Три дня не убирает... Все. Убираем и все. Значит, единственное, ЦОЖ должен выяснить чьи-то кабеля, и чтобы если они под напряжением, соответственно, мы вот говорили там, либо энергосбыт должен отключить, либо чьи-то сети. Все. Специальный запрос в клубе сделан. Две организации висят на проводах. Остальные все незаконно. Да. Не, можно вопрос? А что мешает сейчас ставить опоры? Да, в принципе, я так понимаю, по проекту решение есть по опорам? Ну вот, не получается. Точно не ждать, подождите, не ждать. У нас его работы сдерживает благоустройство, сдерживает дорогу в том числе. Мы не можем нормально сделать. Если вы говорите, 10 дней исполняет только опоры, мы все знаем, мы практически на одной из последних мест по реализации этого проекта. То есть нас очень серьезно так претензии край предъявляет. Мы идем с большим отставанием из-за того, что спасибо нашим подрядчикам не могут договориться. Я рассуждаю так, и по идее надо было сделать. ЦОЖ, который у нас заказчик есть, вступает в диалог с организациями, которые доставляют электроэнергию на эти опоры, которые сейчас находятся. По каждой опоре проходят энергосбыт, Красэко, ну кто, вот их взять кучкой, да? И, соответственно, ваш провод, ваш, обесточивайте его. И вот буквально, хорошо, сколько? 2-3 дня, обесточивайте. Я знаю, лично звонил в энергосбыт по тому павильону. Почему-то, значит, вот эта цепочка не работает. Не знаю, значит, отключили или нет. То есть нужно вот так сделать. Почему мы не делаем? Уже сколько раз выходим, почему вот именно эту группу никто не создает, не создать с Красэко, здесь у нас энергосбыт дает электроэнергию. Их специалист в определенное время, Красэко, пришли и отключили. Значит, замотали в бухту, положили там куда-то, значит, вот, может, на тот же павильон, который есть. Но отключили. Че, какая проблема? В чем проблема? Официально только две компании, Выплат Телеком и
не скажу вам. Все. Ну, все хорошо, почему их сюда, сегодня не пригласили тогда? Я же сказал, всех приглашать. Если они неофициально отключите. Вот. Вопрос только в этом. Коллеги, ну правда, ну, я не вижу проблем. Ну в чем проблема? Почему эту группу не создать, не созвониться? Ну, этих людей выдернут. И все, обесточили и пошли, значит, опоры убирая. Тем самым освобождая объем работы подрядчикам другим. Все решается очень просто. Обесточиваются, появятся все сами. Вы, Карен, это второй вариант. Обесточивай. Все.